Всем привет! Хочу показать вам вот такую красоту, которая появилась у нас в школе. Вчера привезли, все развесили, смонтировали. Очень красиво. Детские работы. Вот. Сейчас мы заходим в ИЗО-студию. Смотрите, какая красота, какие красивые плакаты. Большие просторные окна. Мольберты, за которыми работают мои ребята. Наверху картины взрослых учеников. Это выставка уже в классе. Здесь работы поменять достаточно просто, они на прищепках. Внизу домики мы клеили с 7-ми классами, когда проходили архитектуру. Шкафы еще не полностью заполнены, потому что мебель новая, светлая, красивая. Наша информация. Посмотрите, какие гипсовые формы новые появились. Вверху куклы. Это уже делала я, чтобы показать ребятам. Вот так. Интерактивная доска. Кабинет. Когда из-за студии мольберты мы расставляем, ребятки уже здесь занимаются. Вот в таком большом, красивом кабинете в этом году я работаю. Очень интересный.